Я недавно, в прошлом году, брал интервью в Нью-Йорке у бывшего одного из руководителей КГБ СССР Олега Калугина, который сказал мне, что 90% советской интеллигенции были завербованы Комитетом госбезопасности. Это правда или нет? Ерунда. Ерунда полная. Были завербованы люди среди интеллигенции, среди известных персон, писатели, композиторы, поэты, артисты? Были, конечно, были. Были завербованы. Но я бы сейчас не хотел называть этих там людей, потому что это трудно сейчас сказать. Кто завербован, кто не завербован. Кто сотрудничал, кто, так сказать, был ближе, кто дальше от американцев, кто стремился к ним. Ну, были хорошие ребята, которые сотрудничали с американцами вообще. Вообще. Но прилично вели себя и достойно вели себя. Вот возьмите, был такой, ну, фамилии я вообще не хотел бы называть, но один был поэт у нас. Это же была яркая фигура. Он с американцем был в добрых отношениях, но никак не сотрудничал. Вы имеете в виду Евгения Евтушенко? Да. Он не сотрудничал с американцами. Не, ну, Евтушенко это, я не о нем Не о нем? говорю. Нет. Вот. Евтушенко сотрудничал с американцами, вот, открытую сотрудничал. Худого там ничего не было в его сотрудничестве. Он вообще хороший парень, каких там у него не было. Это правда, что он мог себе позволить звонить напрямую в приемную Андропова? Мог позвонить, да. Мог. Мог. И Андропов с ним разговаривал. Да, когда пару раз, по-моему, были такие случаи. Вот. Нет, он тесно был связан с Андроповым, звонил я. Ну, он был агентом КГБ, как о нем Нет. говорили коллеги. Нет. Он никогда агентом КГБ не был. С ним можно было общаться, работать. Вот. Но он это не агентурная Он работа. был просто искренним человеком, да? Да, абсолютно. Вам лично приходилось вербовать кого-то из представителей интеллигенции? Ну, деваться же было некуда. Легко они шли на контакт? Ну, кто-то нервничал, кто-то нет. Ну, во всяком случае, Осечек не было? нет, я не страдал по этому поводу. Мне рассказывали, что у вас были особые отношения с Аллой Пугачевой, которая могла приходить к вам и решать любые вопросы с вами напрямую. Это правда? Правда. Вы были поклонником ее творчества? Ну, видите ли, она только что начинала, она еще это. Ну, ее талант был совершенно явен, виден, да. Ну, к ней были разные отношения, и к нее, значит, там забивали ее, но она еще молоденькая была. Вот. Я тогда просто подключился к этому, чтобы поддержать ее, чтобы она не смыли ее, девочку эту. Я ее поддержал вообще, она приходила, все было нормально, нормально жили. Были среди представителей советской интеллигенции люди, с которыми вам было безумно приятно общаться, вот просто по-человечески? Ну, были. Ну, кого мы можем назвать? Ну, мне, знаете, трудно называть, поэтому я не знаю, как они к этому отнесутся. Ну, были. Называть можно. Можно, если уж. Трудно даже сказать. Сейчас я кого-нибудь из неживых вспомню. Вот, а там, может, кого-то назову. Ну, были хорошие. Вот был хороший в Ленинграде. Муж этой Дины, Эрмлер. А, Эрмлер, да. Эрмлер. Угу. Вот Дина вспомнила это. Мы тогда фильм делали. Сделали даже. Но, к сожалению, его не выпустили на экран. Не дали возможность. Так, показали его кое-где. А тогда это Эрмлер. А еще. Да, Вайншток. Вот. Вдвоем они делали. Мне приходилось слышать, что даже когда уже началась в Советском Союзе перестройка, при одном упоминании фамилии Филиппа Денисовича Бобкова
деятели интеллигенции приходили в неописуемый ужас. Так они вас боялись. Это правда или нет? Боялись? Да. Не знаю. У меня не было такого ощущения, чтоб боялись. Почему они могли бояться? Нет, это какой-то такой разговор. У меня были очень хорошие отношения с интеллигенцией, с массой.